В дополнение к большим книгам серии «Городок», «Весенний», «Летний», «Осенний» и «Зимний», мы выпустили маленькие книжки, которые легко брать с собой. Главная претензия наших читателей к большим книгам была именно в том, что они большие. Тяжело брать с собой в машину, в поликлинику, нести к бабушке целые приключения. А эти книжки легко помещаются в карман, потому и называются «Карманный городок». Если вы знакомы с обитателями городка, рассмотреть картинки здесь вам не составит никакого труда. Здесь сюжеты абсолютно точно повторяются, но дети очень любят маленькие книжки. И, кроме того, конечно, это сэкономит вам много нервов во всяких очередях, транспорте и каких-то ситуациях, когда очень срочно нужно занять ребенка, но непонятно чем. Ну а потом вы с удовольствием можете наблюдать, как эту маленькую карманную книжечку ваши дети будут читать своим игрушкам.